Ну, еще раз вернемся к разговору о чистоте гисарских овец в Таджикистане, чистопородности. В силу наших путешествий по Таджикистану мы часто бываем в разных районах и видим отары из разных районов. Мы можем с гордостью сказать, что качество овец, гисарских овец, чистых овец в Таджикистане очень высокое. На самом деле, вот это неизвестно. Собаки качество. Это сука. Видите, на нас смотрит недовольная. Недавно мы выставляли видео, собаки морда атакует кабана. Собаки способны на все. И вот просто восхищает монолитность овец. Есть в любой отаре можно встретить, конечно, не того качества овец. Вот эти пятнистые, например, с пятнами. Они никого отношения не имеют. И собаки великолепные, посмотрите. Поджарые, крепкие. Многие говорят, что они голодные, надо напоить или еще что-нибудь. Но именно так ковалась эта порода. Именно поэтому ее называют среднеазиатская овчарка аборигена.